Фестиваль блюд национальной кухни состоялся в школе номер 6. Приурочили мероприятие к предстоящему Международному дню толерантности, который ежегодно отмечают 16 ноября. Ученикам 5-7 классов предложили выбрать кухню любого народа мира. Татарская, русская, башкирская, украинская были ожидаемы педагогами. Но то, что дети решат представить на фестиваль блюда греческой, итальянской, американской кухни, было неожиданным. В нашей только республике проживает около 37 национальностей, и мы должны учить детей жить в мире и согласии. Дети будут показывать умение, как я уже сказала, накрытие на стол, умение приготовить различные блюда народов мира, показывают художественные номера, танцы, частушки, умение играть на народных инструментах. Мероприятие проходит очень весело, интересно. Дети хотят готовиться к этому мероприятию. Итальянская, японская, американская, греческая, татарская, украинская кухни с их разнообразием блюд так и манили своими ароматами. Сервировка стола, национальные костюмы, плакаты с изображением флага страны и стихотворениями – все это служило прекрасным дополнением. Ученики 7 А-класса выбрали для презентации кухню солнечной Греции. Греческая смоковница, печенье кулураки, яблочный пирог миловита, афинский овощной ролл и, конечно же, греческий салат. Выбор детей был связан не только с любовью к кухне этой страны. Помогали нам готовиться наши родители, они помогали нам готовить, мои одноклассники, наши классные руководительницы, а еще мы искали костюмы, так что нам помогли дворец молодежи с поисками костюмов. Мы решили, что она очень интересна, также мы очень любим литературу, мифологию греческую. Многообразие блюд дети смогли попробовать и сами. Завершился фестиваль чаепитием. Несмотря на то, что мальчишки и девчонки готовились как к конкурсу, победила в этот день именно дружба. Нельзя выделить какую-либо одну национальность, признали педагоги. Каждая по-своему самобытна и интересна. А от дружбы и толерантного отношения друг к другу выигрывают все. Зульфия Амирова, Валерий Зазулин. Время новостей.